Кумертауский филиал ОГУ на День знаний также не оставил своих студентов без торжественного построения и напутствий. Линейку принял строительный факультет по улице Заслонова. Во дворе собрались преподаватели, студенты и официальные лица. Среди последних были и выпускники вуза. Многие выбирают профессию, лишь бы получить высшее образование. А мы вот, администрация города, педагогический коллектив университета, должны сделать так, чтобы в этом городе остались, получив ту профессию, остались работать именно по ней, чтобы эта профессия вам доставляла удовольствие, ну и, конечно же, материальный достаток. Первокурсники в День знаний – одни из главных героев праздника. Ведь перед ними стоят непростые задачи, начиная от адаптации в новом коллективе, заканчивая авторитетом вуза, поддерживать который на разных уровнях нужно как минимум не хуже предшественников. Наши студенты, завершив 15-16 учебный год, вступая в новую сферу 16-17 учебного года, принесли с собой огромный вклад во всех направлениях и сферах своей молодежной, учебной, научной, общественно-политической, спортивной и культурной массой деятельности. Можно сказать, что в первую очередь высшее учебное заведение – это пропуск в будущую профессию и, по большому счету, в успешную взрослую жизнь. Электроэнергетика. Почему? Ну, как бы развита профессия, все равно работа будет всегда, вот, и, ну, нравится. С электрикой, ну, хочу связать свою жизнь. Волнуешься? Ну да, все-таки первый год, очень сильно волнуюсь. Поздравили первокурсников с началом учебного года и творческие коллективы, как собственные вузовские, так и городские. Однако этим свою поддержку коллектив вуза ограничивать не планирует. Ребят, желаем вам удачи, чтобы вы прожили эти молодые годы студенческие просто на ура, ведь это самое лучшее время в вашей жизни. Удачи вам! Вы самые лучшие, верьте в себя, и у вас все получится. И никогда не унывать, самое главное, не бояться сессий, не нервничать по этому поводу. Это первокурсникам, учащимся же, на тех же порах, что они двигались, продолжить прям свое стремление к звездам, так сказать, отлично закончить, сдать сессии все. По первокурсникам, помимо творческих достижений, хочу пожелать, чтобы у них все в учебе было гладко и сладко. Преподавательский коллектив готов сегодня в полном объеме, как сказал наш Валерий Алексеевич, в боевой готовности встретить и сопровождать наших студентов по их нелегкому, но очень интересному творческому студенческому пути. Удачи, всего самого лучшего. С праздником, уважаемые преподаватели и студенты. С Днем знаний!